первую секунду мы должны были пройти всего 1 сантиметр, во вторую – 3, в третью – 5, в четвертую – 7 сантиметров. И скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут – курьерского поезда и так далее. Мы двигались по закону падения тел, но падали вверх и в 500 раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности Земли. Меня зовут Борис Клюшников, и я занимаюсь теорией современного искусства, и меня интересует еще и теория научной фантастики. Научной фантастикой я заинтересовался с теоретической именно точки зрения 10 лет назад, в 2008 году, когда эту тему стали обсуждать философы, которые оказались мне интересны. Меня зовут Алла Митрофанова, я занимаюсь современной философией и отчасти современным искусством. Я не помню, когда я прочла «Красную звезду», у меня такое впечатление, что это всегда мне было известно. Хотя, возможно, что это была перестройка, когда начались переиздания, ну, самое начало. Я очень много читала фантастики, да, вот, с четвертого класса до шестого я вообще не отрывалась. Это то, чем я только и занималась. Соответственно, что для меня было очевидно, что природа меняется вместе с политикой, вместе с обществом, и что будущее все время придумывается и конструируется. И ну, для меня были важны, конечно, аспекты социального устройства, гендерного устройства. У меня были профеминистские родители, поэтому как бы вот этот богдановский аспект мне был очень близок и как-то самое очевидно понятен. Меня зовут Павел Арсеньев, я поэт и критик, и также редактор журнала «Транслит», в котором публикуются литературные и теоретические тексты. Меня персонально, как исследователя языка, интересуют различные традиции и философии языка, связанные с 20-ми и 30-ми годами. Меня зовут Александр Малиновский. Я правнук Александра Богданова. Сам я окончил филологический факультет МГУ. По взглядам я анархист. И, в общем, неравнодушие мое к социальным вопросам современности, оно, конечно, неизбежным образом, но не может не вызывать интереса и к Богданову, даже помимо того, что он мой прадед. Детство, я родился в 68-м году. Во времена моего советского детства я, конечно, не думал, что проблемы борьбы с капитализмом, борьбы, которой занимался мой прадед, они вот станут гораздо актуальнее. Привет, меня зовут Аня Горская, я работаю в музее библиотеки Николая Федоровича Федорова. Это книга Александра Богданова «Красная звезда». Ну, в данном случае я держу в руках сборник 90-го года с его публицистическими, философскими выступлениями, также «Красной звездой». Она имела огромное влияние и на политическую мысль и своего времени, и, безусловно, на научно-фантастическое творчество. Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук и сотрудник музея библиотеки Федорова при библиотеке 180. Ну, что касается Богданова вообще и в том числе романа «Красная звезда», то я читала его в контексте, собственно, своего интереса вообще к теме будущего, к образу будущего в литературе и в контексте, собственно,
ну, неких таких опосредованных, скажем, влияний философии космизма на литературу или разговора о тех, собственно, произведениях русской литературы, в том числе Серебряного века и затем 20-х годов, которые, ну, были в некотором смысле такими художественными спутниками философов-космистов. Земля все более удалялась и, точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей Луны. Параллельно с этим все мы, обитатели Теранефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу или к потолку или к стенам, почти безразлично. «Красная звезда» — это такое научно-фантастическое произведение, которое рассказывает о том, как главный герой Леонид встречает марсианина. И этот марсианин, собственно, забирает его на своем корабле. И уже на корабле он рассказывает о том, как устроена жизнь на Марсе. И мы выясняем, что на Марсе построено коммунистическое общество. Центральной проблемой, собственно, является то, что хотя на Марсе существует коммунизм, присутствует проблема ресурсов. И предстоит решить, либо мы используем Землю для колонизации и уничтожаем тогда человечество, либо используется для этих целей Венера, и тогда все остаются в живых. Но тогда страдают марсиане, потому что добыча вот этих ресурсов на Венере чрезвычайно сложна. И основной темой оказывается вопрос, имеем ли мы право уничтожать человечество, если оно не достигло социального прогресса? Или можем ли мы надеяться на то, что на Земле все-таки произойдет социальный прогресс? И вот этот конфликт как раз обрамляет «Красную звезду», в которой, помимо всего прочего, присутствует очень интересная научная часть. Скажем, Богданов выстраивает модель двигателя, антигравитационного двигателя. Он говорит о возможности искусственного создания белков. Он размышляет о кибернетическом контроле за производством, да, он говорит об организации производства и труда. Он выстраивает новые взаимоотношения с природой как таковой. И сюжет этого романа, в принципе, является всего лишь поводом для раскрытия главных идей и философии Богданова. Ну, во-первых, мы должны все-таки помнить о Константине Эдуардовиче Циолковском, который в 90-е годы выступает с рядом научно-фантастических произведений. Там у него есть такой научно-фантастический повесть «На Луне», потом повесть «Вне Земли». Вот. То есть он пытается, как бы фактически опираясь на свою собственную позицию, что сначала идет, как он говорил, мысль, фантазия, сказка, за ней научный расчет, а потом исполнение венчает мысль, он пытается как бы сначала нарисовать вот это возможное космическое человечество, эту космическую цивилизацию, с тем, чтобы затем как бы пытаться надвигаться к ее осуществлению. Вот. Я думаю, что на Богданова, конечно, вот в самом этом строительстве утопии, ну, могли оказать влияние, во-первых, все-таки утопии, в которых не было космического измерения, но были как бы образы такого совершенного устройства общества. Это, конечно, и Томас Мор, и Кампанелла, и как бы, собственно, утопии Фурье, так сказать, Оуэна, Сен-Симона. То есть тут уже была своя традиция, безусловно. Но это что касается как бы вот, собственно, такого устроения общества. Ну, и это время, конечно, очень пестрое.
если брать вообще, так сказать, вот русскую культуру. В том смысле, что это время, с одной стороны, расцвета самых разных там поэтических течений, новых, ну, там это называют иногда декадансом, вот, в сущности, это, так сказать, заслуживало бы какого-то более позитивного обозначения, с моей точки зрения. Вот, но Богданов, он, конечно, целиком, в общем-то, находился, ну, при том, что он писал фантастические романы, вот, тем не менее, вот общая его манера письма, она, конечно, достаточно традиционная, в духе русского реализма, скорее. Поэтому все это надо иметь в виду. Он, например, очень скептически там относился к символистской поэзии, там у него есть работа об эстетике. Традиция фантастики в российской литературе, в русской литературе существовала там, в XIX веке, достаточно обширная, там, включая изображение будущего, то есть не только фантастику волшебную. Вот. А тем не менее, научная фантастика, она, конечно, так сказать, начала возникать не так давно, но до возникновения романа Богданова успел появиться, ну вот, первый роман «Утопия», русский, описывающий жизнь, вот, посвященный целиком жизни на Марсе. Это роман Инфантьева, такого революционера, колебавшегося между народничеством и марксизмом. Ну, такая, в общем, повесть, даже она небольшая, которая изначально называлась «Обитатели Марса», потом вышла под заглавием «На другой планете». Вышла, кстати, с большими купюрами. Там были изъяты описания, так сказать, марсианского социализма. И полный вариант так и не издан до сих пор, он только в архивах есть. Но, значит, вышел в 1901 году. Это роман, почему я не случайно о нем говорю, хотя он в чем-то, даже в чем-то «Красная звезда» ему противоположна, в чем-то с ним полемизирует. Мне, в общем, я нахожу довольно вероятным, что Богданов был с этим романом знаком, интересуясь вообще космической темой и при небольшом количестве тогда космической фантастики, тем более еще и русской. Почему у Богданова или у Кима Стэнли Робинсона Марс является главной фигурой, а не Луна, скажем? И Луна действительно воспринимается как некоторое продолжение Земли, да, то есть как некоторый остров у Земли, тогда как Марс является странным двойником Земли, и он выявляет как раз проблемы на Земле. И очень важно, и Ким Стэнли Робинсон об этом говорит, что когда мы обращаемся к Марсу, на самом деле Марс является катализатором проблем Земли. Это есть и у Богданова. То есть когда марсиане начинают взаимодействовать с Землей, мы понимаем что-то о проблемах именно Земли. Именно поэтому это тоже следует воспринимать как реалистичен. То есть Марс более реалистичен, чем Луна в каком-то смысле. Марсианский язык, который постулирует Богданов в своем романе, имеет некоторые примечательные грамматические особенности. Язык этот очень оригинален, и несмотря на большую простоту его грамматики и правила образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне было нелегко справиться. Его правила вообще не имеют исключений. В нем нет таких разграничений, как мужской, женский и средний род. Но рядом с этим все названия предметов и свойств
изменяются по временам. Вот. Эта идея отказа от самого разного рода границ, от всех войн, кроме классовой, связывает имя Богданова с таким советским лингвистом, как Мар. Этот странный, довольно путанный ученый, но остававшийся официальным советским лингвистом до 1953 года, когда он будет раскритикован Сталиным, считал, что пролетариат разных национальных культур понимает, должен понимать друг друга намного лучше, чем буржуазия и пролетариат одной и той же культуры. Довольно странная лингвистическая идея, но оригинальность Мара заключается в том, что идеал вот этого универсального языка, объединяющего людей, отнесен не в прошлое, а в будущее. Там должен быть создан универсальный язык, и этот язык должен быть лучше, чем эсперанто, а не подобен ему. И в частности, братья Гордины, которые приходят тоже после Богданова, и на которых он влияет непосредственно на уровне идеи отказа от грамматического рода, как и должно быть в их языке, логическом языке АО, тоже будут говорить о радикальной переизобретаемости человеческого общежития, и в том числе с помощью языка. Если сравнивать взгляды ранних дореволюционных марксистов, и в частности Богданова, на язык, и взгляды тех, кто придет значительно позже, после прагматического поворота, необходимо сказать следующее. Мы все знаем, что сегодня, в течение 20 века и сегодня до сих пор язык вроде бы является таким первичным и решающим условием, которое определяет дальнейшее развитие общества. Хороший пример – это феминистские тенденции, настаивающие на каких-то изменениях словоупотребления, поведения, грамматического поведения пользователей, которое должно изменить общество в сторону более справедливого, менее сексистского языкового поведения и так далее. И вроде бы это очень похоже на то, что предлагал Богданов, отказываясь в частности от грамматического рода, стремясь устранить ненужные границы, существующие в языке, и сделав акцент на будущие возможности использования. Однако здесь есть принципиальная разница. Если для постструктуралистов и всех политических тенденций, которые будут основываться на теории постструктурализма, язык является вот этим самым демиургическим оператором, который задает общество, может быть, искусственно, да, но все же определяет идеологию, а значит и материальную практику и общественную жизнь, совсем не похоже на то, как себе представляли роль языка, функцию, в том числе политическую функцию языка, ранние марксистские утописты и лингвисты. На Марсе нет ни ваших громадных океанов, ни ваших непроходимых горных хребтов. Наши моря невелики и нигде не производят полного разрыва суши на самостоятельные континенты. Наши горы невысоки, кроме немногих отдельных вершин. Вся поверхность нашей планеты вчетверо менее обширна, чем поверхность Земли. А между тем сила тяжести у нас в 2,5 раза меньше. И благодаря легкости тела мы можем довольно быстро передвигаться даже без искусственных средств сообщения. Мы бегаем сами не хуже и устаем при этом не больше, чем вы, когда едете верхом на лошадях. Природа поставила между нашими племенами гораздо меньше стен и перегородок, чем у вас. Тут очень важно понимать, что для Богданова язык не был всесильным инструментом, который может изменить в обществе все, а может только индицировать, показать, какие изменения уже происходят и к чему, возможно, стоит направить следующее. И мне кажется, что это позволяет связать
вот тот более комплексный, более объемный взгляд на человеческую практику, где язык не правит миром, а является только одним из важных инструментов, с современными неоматериалистическими тенденциями, где тоже пытаются сбросить язык с его постамента, в частности, критиковать постструктуралистские теории, обращая внимание на экологию, обращая внимание на вообще среду, и не только коммуникативную и социальную, а вот такую среду в физическом и планетарном смысле слова. Я думаю, что большинство из этих течений могли бы быть очень обогащены или даже должны быть благодарны Богданову, анархобиокосмистам и другим исследователям и утопистам языка начала века. Для Богданова чрезвычайно важно, что природа не является таким объектом, который противоположен субъекту. Существует изначальная корреляция между трудом и природой. Эту корреляцию, в частности, подчеркивает, может быть, слишком подчеркивает Маккензи Уорк, да, в своей работе о Богданове и Киме Стэнли Робинсоне. Он говорит, что капитализм – это ситуация, в которой и природа, и труд оказываются эксплуатируемыми, они используются. А Богданов как раз представляет одновременно и общество освобожденного труда, и это очень важно в «Красной звезде», да, что люди работают несколько часов, а потом могут снова пойти на работу, да, то есть они получают удовольствие от труда, потому что это труд свободный. И этот же свободный труд выстраивает новые, предполагает новые взаимоотношения с наукой и тем, как мы строим отношения с природой на Марсе. Я не очень помню гендерные аспекты в языке, но, по-моему, они его стерли. Это была принципиальная позиция, к которой сейчас тоже феминистки подходят не к мускулинизации профессий, а к стиранию гендера. Соответственно, стиранию окончаний и суффиксов. Получается очень интересный язык, но, видимо, мы все равно туда придем. А что касается вот самой идеи гендерного равенства, то я очень хорошо знаю историю женского движения. Я знаю, какое количество партий было. Лига равноправия, Союз равноправия, там женская прогрессивная партия. И все они активно писали законы о равноправии к Первой Государственной Думе. Почему в Финляндии равноправие было получено, там сейм не разогнали, а Первую Государственную Думу разогнали. Соответственно, идеи эти были связаны с участием, трансформацией вообще закона и идеи социальности в целом. С одной стороны, да, это гендерное равенство. Гендерное равенство ломает метафизическую картину природного и частного женского, и политического как мужского. И дальше уже вот эта поломанная онтология начинает быстро производить новые гибридные формы. То есть для установления гендерного равенства очень важна была юридическая и символическая поломка бинарности. Нужно установить новую практику и дальше удержать ее до нормализации. Эта новая практика идет против политических интересов больших групп, но ее нужно удержать и с тем, чтобы она стала нормальной.
Институт подсчетов имеет везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого потребуется. Затем институту остается подсчитывать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстанавливает равновесие. Распределение трудовых усилий, оно основывается на том, что ну, просто выдается, так сказать, статистика, где, так сказать, не хватает, где избыток рабочих сил. При таком вот устройстве общества этот избыток и недостаток, он достаточно более-менее приводится, ну, в такое текучее равновесие, не абсолютно идеальное, но постоянно себя корректирующее. Вот, тут даже, может быть, он и, так сказать, может быть, предвидел какие-то черты информационного общества. И в «Красной звезде» есть момент, который вообще меня поразил в отношении современности. Например, ну, некоторые философы сегодня, в частности, Франко Берарди Бифо, например, говорят о том, что современный капитализм захватывает внимание и работает с вниманием, работает с когнитивными способностями и с концентрацией. И в «Красной звезде» есть момент, где Леонид пытается работать вместе с марсианами. И он говорит: «Я устаю быстро, я не могу сконцентрироваться, и когда я начинаю делать ошибки, мои товарищи начинают ну, как-то поправлять то, что я делаю». И он задумывается, от чего это так. И он приходит к выводу, что он не может установить внимательный контроль за своим трудом. То есть он теряет концентрацию, теряет когнитивные способности. И он понимает, что в коммунизме, да, на Марсе, несколько уже поколений вырабатывают определенную экономику внимания, как это мы можем назвать. То есть они учатся концентрироваться на работе, концентрироваться на труде и совершенно иначе распределять свое внимание. И вот у Богданова в «Красной звезде» меня поразило, что при коммунизме, коммунизм — это определенная система внимания в том числе. При этом сразу возникает вопрос, да, это люди как инженеры, люди как машины, да, сконструированные инженерами. Или это тоталитарный проект или не тоталитарный. И здесь начинается совсем другая история, потому что мы знаем Богданова как принципиально нетоталитарного мыслителя. И вообще весь круг Богданова, Луначарский, Бухарин. Собственно, именно они в одном из красных институтов, устроенных пролеткультом, серьезно работали с экономикой. Той самой экономикой, которая стала НЭПом и которую проводил Богданов. Идея была в чем? Для них капитализм поздней стадии, империализм – это машина тоталитарного сращивания финансового капитала и производства, и политического контроля. И для Богданова, Бухарина это было время, это веяние времени, это новая рационализация, которой не может избежать и социализм по Марксу. Соответственно, если убрать товарное производство, то вот эта рациональная машина госкапитализма или госсоциализма станет машиной рабства. Поэтому новая идея – это идея введения горизонтальных сообществ.
И продумывалась она на теории системной организации, горизонтальных систем. И в экономике она очень хорошо соответствовала тем правовым исследованиям, которые делались вот в школе психологии права, для которых право было интенционально аффирмативным. Соответственно, экономика должна быть многосоставной и давать возможность внутренней полемики. Ну, на чем, собственно, и продержался НЭП. На чем он добился успеха, это была экономика пятиукладная, которая внутри себя постоянно соперничала. Ну, и это все следствие того, той новой логики, которую, собственно, изобретал Богданов, и которая принималась, ну, я бы даже сказала, большинством администраторов, большевиков, которые работали вот в первый период советского времени. Ну, собственно, вот существует двухтомник «Тавтология», написанный Богдановым и справедливо рассматриваемый как одно из основных, если не самое основное его сочинение. То, что Богданов называл всеобщей организационной наукой. В принципе, ну, при том, что его рассматривают как достаточно серьезного философа, сам он ближе к концу жизни, и, в общем, начиная уже с периода, когда он писал фантастические эти романы, он все больше приходил к выводу, что философия – это вообще некая отживающая форма познания мира, связанная с несовершенством методов этого познания, что на смену философии придет всеобщая организационная наука. Наука об общих законах бытия и о том, как на основе этих законов можно, так сказать, строить новое. Как раз на Марсе вот эта самая всеобщая организационная наука, о которой говорится пока так вот, ну, там, в нескольких предложениях или абзацах, она оказывается основой всего образования марсиан и всей системы их дальнейшего познания. Творец – каждый работник. Но в каждом работнике творит человечество и природа. То есть мы оказываемся в непрерывной такой процессуальной пластичности с открытым доступом. И эта экологическая модель, она позволяет мыслить неопределенность, но как плотную, как ту, которая представлена нам через открытый доступ. И в некотором смысле это близко тому, что мы в современной кибертеории имеем как политики борьбы за открытый доступ, за большие данные. И, соответственно, вот богдановское понимание природы – это вообще-то понимание больших данных, с которыми не очень понятно, как работать, но с которыми можно работать по-разному. Соответственно, если у нас есть большие данные, значит, у нас должны быть вариативные алгоритмы. И тогда экологическое мышление, мышление программистское, оказываются очень близкими логиками. И вот этот момент, по-моему, очень важно соединять, потому что иначе мы, современное программирование, это медиальный язык, то есть для Богданова такой медиумом,
конструирующим природу, был труд и практика. Почему это интересно? Потому что это не просто язык, и это не ограниченные операции между индивидом и индивидом, индивидом и объектом. И, соответственно, это все есть в экологии, потому что слишком много агентов, акторов. И то же самое важно перенести в современный компьютерный, в современное программирование. Потому что иначе мы останемся с политическими манипуляциями и контролем алгоритмов. Для Богданова наука является, собственно, основной областью для работы. Ну и не только для Богданова, для Ленина тоже. Революция – это наука. И теория – это наука. Почему? Потому что она не описывает мир, а меняет. Соответственно, наука не созерцательная, а деятельная. И вот этот момент деятельности, который потом много раз теряли, деятельность как мультиагентная деятельность, в которой участвует много групп, много интересов, много намерений. В правоведении тогда была модная даже терминологическая формула. Правоведение должно быть интенционально аффирмативным. Это звучит очень современно. Но это формула Льва Петрожицкого, правоведа, которому, вероятно, Ленин сдавал право в Петербургском университете. И, соответственно, они вошли в новую парадигму научности. То есть не описательная наука, а наука, которая конструирует знания. И вот здесь вот очень интересное сочетание между неопозитивизмом и марксизмом. То есть марксизм приходит с истматом, то есть исторической формой, которая никогда не закончена, которая меняется через культурные, социальные, идеологические, политические, экономические и прочие условия. А махизм приходит с как бы исторически ограниченной эпистемологией. Да? Мах, он же предтеча теории относительности, и для него научный объект ограничен способностью измерения, восприятия и описания. И вот две эти неустойчивости дают парадигмальный переход к нестабильной онтологии. А нестабильная онтология – это значит возможность революции, изобретения нового мира, нового общества, новых институтов, новых гендерных условий, новой телесности. Я живо представила себе наш крошечный, светлый островок среди бесконечного мертвого океана. Без всякой опоры, в головокружительно быстром движении и черная пустота повсюду вокруг. А смерть? Вы ее, вероятно, видали близко в своей жизни. Ведь она только смерть, не более. В немецкой традиции исследований космизма, как известно, Александра Богданова вообще причисляют к числу русских космистов. А в нашей традиции, в российской традиции исследований космизма этого не происходит. То есть мы Богданова считаем одним из мыслителей, который действительно близко подходил к этим идеям, но все-таки здесь есть некий водораздел. И это все-таки, если хотите, ну, такой то, что можно было бы назвать творческим марксизмом. Ну, конечно, этот вопрос о личных контактах Богданова и космистов – это такой сложный вопрос, и вопрос, который на самом деле нуждается действительно в каких-то дополнительных исследованиях, потому что пока
В общем, мы не можем установить, даже простроить эти связи, потому что такое ощущение, что это какие-то, так сказать, параллельные потоки, то есть все-таки не пересекающиеся прямые в некотором смысле, потому что, конечно, наибольший, может быть, интерес и какая-то возможность, ну, где-то стать ближе друг к другу, это, конечно, богостроительский, период Богданова, когда вот Богданов, Луначарский, Горький, когда они выдвигают идеи богостроительства, когда в некотором смысле они, так сказать, становятся чуть ближе вот, собственно, русскому богоискательству, русской религиозной философии, активно-христианской линии русской философии. Потому что ведь, скажем, в русской христианской философии, которая есть как бы христианский космизм, у Федорова и у Соловьева, у Бердяева, Булгакова, у Флоренского, там какой принципиальный момент? Что в истории человек как бы исполняет Божью волю, он является некоторым соработником Творца. То есть Бог и человек действуют в истории вместе. То есть как бы любая благая такая активность человечества, она идет как бы навстречу активности Бога. То есть это вот союз, это синергия. Скажем, для богостроителей, которые не верят в существование, собственно, Бога, как его представляют, да, теистические религии, для них Богом является коллектив, само человечество, преображенное, как бы уже преобразившее себя на какую-то новую ступень развития, поднявшееся. То есть человечество как бы выращивает из себя божество, вот это некое коллективное божество. Ну, тут оживают, безусловно, идеи Фейербаха, оживают идеи Агюста Конта о вот этом самом всемирном человечестве, которое есть как бы вот это великое существо. Вот. Они оживают здесь на каком-то новом витке. Вот. Но если говорить о каких-то, так сказать, различиях вот, между, скажем, философией космизма, вот, как тем, что можно было бы назвать философией целостного идеала и философией Богданова, то, конечно, прежде всего здесь мы увидим главное отличие в том, что вот этот мир, так сказать, будущего, который нарисован на красной звезде, а, конечно, широким таким дыханием, широкой палитрой он написан, с широкими мазками, мир будущего, который, так сказать, освоила планету Марс, который активно использует новые технологии, который, так сказать, активно выстраивает такое коллективистическое общество, в котором каждая личность находит себя вот в этой как бы спайке с коллективом, такой рационализированный тип общества, в этом смысле это, конечно, одна из разновидностей утопии, это очень характерно для утопического сознания, но тот как бы барьер, о который спотыкается вот все это совершенное общество на Марсе, это все-таки барьер смерти. То есть смерть в этом совершенном строе не побеждена. Более того, со смертью там пытаются примиряться. То есть там даже есть и случаи эвтаназии, как вы знаете, и так далее. То есть это общество, которое принципиально как бы выстраивает будущее, соглашаясь с фактом существования человеческой смерти. И это радикальным образом отличает красную звезду Богданова и вообще утопию Богданова, конечно, от русского космизма и прежде всего от идей Николая Федорова и космистов 20-х годов, современников Богданова, Александра Горского, Валерьяна Муравьева, Николая Ситницкого, для которых победа над смертью – это вообще краеугольный камень построения общества будущего. То есть для Федорова очевидно, что смертного человека, причем не просто смертного, но осознающего, что он смертен, невозможно сделать счастливым. Что как бы научно, рационалистично, коллективистично не устроено было общество, каких бы величайших достижений на пути научно-технического прогресса, вот, или на пути, скажем, построения такого как бы справедливого социального строя оно не достигло, будет существовать главная несправедливость и главный, так сказать, вот этот болезненный изъян – это смерть. Жесткая идея, которую интерпретируют в основном, ну, как победительную идею. Космизм – это восстановление отцов и заселение собой
всего универсума. Да? Богдановский ход прямо противоположный. Да? С Марса прилетают люди для того, чтобы что-то дать. Да? Не захватываем космос, а договариваемся и получаем из космоса. Соответственно, для Богданова идея космоса – это идея культурных трансформаций, это идея будущего, обмена. То есть это внутренняя трансформация землян. Мы, например, знаем Робинзона Круза, который отправляется на остров, и этот остров оказывается территорией, где он вынужден решать задачи, где он вынужден ставить перед собой некоторые проблемы, которые оказываются поставлены не идеалистически. Например, он не становится героем, он не становится какой-то мифологической фигурой, а они должны быть решены из подручных средств. Однако проблема Робинзона заключается в том, что он фактически колониально переносит способы европейского управления, руководства на вот этот остров. Он становится там мэром, например. Здесь Богданов абсолютно переворачивает эту логику. Здесь скорее марсиане взаимодействуют с Землей, да, и... Этот взаимный контакт вскрывает проблемы как предреволюционного состояния Земли, так и послереволюционного состояния Марса. И оказывается, что вот эти проблемы должны быть поставлены в материалистическом духе и разрешены каким-то новым путем. Большая часть произведений искусства предназначается у нас всегда для общественных зданий, тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, тех, в которых отдыхаем. Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы. Эстетика могучих машин и их стройного движения приятно нам в ее чистом виде. И очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не разбивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства – это научно-эстетические учреждения. Это школы для изучения того, как развиваются искусства. Или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности. Для многих людей «Красная звезда» сейчас может восприниматься как предтеча или вообще произведение соцреализма за счет несколько демагогического текста и прямой такой программы. Но, с одной стороны, это такой неопозитивистский язык. С другой стороны, мы знаем, в каком эстетическом поле, это эстетическое поле авангардное, работали близкие соратники Богданова. Собственно, и знаем его культурную программу, это пролеткульт. Соответственно, какие наиболее сильные эстетические формы пролеткульта? Это Институт научной организации труда, где люди в черных трусах и майках делали акробатические упражнения, были обвешаны лампочками для того, чтобы фиксировать движение и изменения в нейроимпульсах. Делали шумовую музыку, били по листам железа и крушили стекла. И все и делали вот эти странные конструктивистские монстр-машины. И, в принципе, там симфония гудков – это тоже эстетика Богданова. Это шумовые театры –
по всей стране в школах шумовые оркестры. И театры рабочей самодеятельности, танцы машин – это тоже эстетика Богданова. И теперь вот посмотрим. Когда я была маленькая, так, диссидентски настроенная, да, мне казалось, что эстетика машин – это что-то, ну, очень жесткое. Да. Юрий Олеша говорил, что они инженеры душ. Политкультовцы, да, Сталин это повторял. Но теперь я понимаю, что это новая эстетика переосмысления телесности как пересборки. И тем более мы знаем, что в институте научной организации вообще с политкультом был связан один из теоретиков новой телесности на нейроинтерфейсах Николай Бернштейн. То есть мы говорим, что эта эстетика не столько описательная, это эстетика конструктивная, авангардная, операциональная и в чем-то очень близкая, ну, такому киберкоммунизму. Мы говорим о отношении Богданова к искусству, о его идеологии художественного, о его философии художественного, политической философии. Вот он его герой, рассматривая статуи в Марсианском музее, он рассуждает. Статуи ранних эпох были одноцветные, как и у нас. Позднейшие – естественных цветов. Это меня не удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не может быть необходимым элементом искусства, что оно даже антихудожественно, когда уменьшает богатство восприятия, как одноцветной скульптуры, что оно в этом случае не помогает, а мешает художественной идеализации, концентрирующей жизнь. То есть вот, собственно говоря, квинтэссенция богдановского понимания, что такое искусство, ну, кроме того, что он еще говорит, что это мощное агитационное средство, что оно отражает жизнь, ну, и вот ведет его к лучшему образцу, как бы формирует из жизни лучший образец, но, в общем, оно отражает жизнь. Вот, как бы для меня это как бы противоречит. Я когда читала открытием 20 века в искусстве, открытием того, что такое искусство, которое, по сути, творит новую реальность, новую антологию, оно творит вот первую реальность, оно творит вторую, и не менее сущностную, и не менее мощную, и не менее действительную. Это реальность холста, реальность приема, обнаженного приема, реальность поэтического, художественного жеста, которая не менее антологична, не менее сущностна, чем реальность вот, стула, стола, меня, тебя. Но штука в том, что вот он, для него это не очевидно. Для него искусство – это прислуживающая материя, это материя, это медиа, это посредник, в первую очередь служащий целям идеологии, трансляция этой идеологии, консервация этой идеологии, поддержание ее, вот. Отражение жизни. И я просто когда думала, марсиане такие, ну они у него так далеко шагнули, я думаю, а где у вас марсиане Хлебников, где у вас марсиане Шкловский Владимир, где у вас марсиане Владимир Маяковский, где все выше расстреляли их, что ли? Ну, почему их нет никого в этом музее? Вот просто мне не хватало, правда, этого, вот серьезно. Вот. Ну, вот это одно из вопросов у меня. Ну, то есть этот вопрос родился не из этой книги, этот вопрос родился, где, когда я читала «Пролетарскую культуру» журнал, где вот это транслируется, эта позиция. У него прекрасный анализ, он прекрасно анализирует Гамлета шекспировского. Он с огромным пиететом относится к наследию. Он не говорил, что наследие нужно все сжечь и заново создать. Но при этом он одновременно говорил, что наследие – это только это наследие, которое пролетарский художник будет использовать как мастер-монтажер, который будет кусочками вырезать и вкладывать себе в альбом и вот монтировать со себя. Но он создаст принципиально новое, потому что у него принципиально новая база. Якобы искусство рождается из класса. Мне кажется, это абсурдно немножко, что искусство рождается из класса, что художник потом скажут, кузнецы – это кузница, это то, что родилось из пролеткульта, художник – это медиум своего класса. Ну, то есть, ну, для меня это странная позиция. Интересной особенностью этой книги является то, что она соединяет идеи Богданова, философские, с популярным и общедоступным форматом. И в «Красной звезде» есть эпизод, где Леонид говорит об искусстве, спрашивает марсиан об искусстве. И он говорит, ну неужели на Марсе при коммунизме существует искусство? Я думал, это такой буржуазный институт, да, он должен
отойти в прошлое. И на что марсиане ему отвечают, что действительно роль искусства изменилась, и они предпочитают взаимодействовать с общественными зданиями, да, то есть помещать произведения искусства в таком общем доступе. Но при этом у них остается такие герои, сюжеты, вполне такие реалистические, мы можем сказать. И я думаю, что это ключ к тому, как сам Богданов относился к «Красной звезде», как к проекту. Потому что он использовал буржуазную такую логику, мелодраму, да, любовную линию, мотив приключения, использовал этот буржуазный медиум, но при этом изменил его направленность, изменил его вектор в сторону вопросов как раз коммунизма и социализма. Эпизод в «Красной звезде», где герой посещает музей, посвященный марсианской культуре, у него возникает вопрос, значит, вот почему имена тех или иных авторов каких-то открытий не привлекают внимания. Жителей планеты, на которую он прилетел, ему отвечают, что, ну, в общем, а зачем, собственно говоря, вот имена, когда любое знание, любое творчество – это всегда, ну, в той или иной степени результат коллективного действия. При этом, однако, взгляд Богданова не сводился, я думаю, к этой декларации и был несколько более сложным, потому что, ну, хотя бы тот факт, что все-таки, так сказать, второй роман о марсианах, «Инженер Мэнни», который вроде как написан марсианами 20 века, ну, то есть, собственно, марсианкой, но... Он, тем не менее, содержит вполне имена и общественных деятелей, и, так сказать, инженера, организовавшего строительство марсианских каналов. И все это, в общем, объектом интереса все-таки остается. Так что я думаю, у него, его собственный взгляд, он как бы, ну, он был несколько более сложен. В общем, это не был взгляд, отрицающий вообще, так сказать, человеческую личность и какое-то ее внутреннее богатство. Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знал его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда его уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества. Герой «Красной звезды», человек с Земли, которого увезли марсиане, они летят на своем корабле на Марс и обсуждают, стоит ли увековечивать, стоит ли вообще помнить мертвых. Обсуждают в контексте, в приложении к великим людям. Марсиане считают, что нет. И вот они говорят, это марсианин говорит, его логика. Человек – личность, но дело его безлично. Рано или поздно он умирает с его радостями и страданиями, а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками. Не одинакова только величина от того, что они переживали, и того, что остается в жизни. И вот ему отвечает дискутант его человек, Ленни. Но ведь, например, имя такого человека, как Мэнни, не умирает же вместе с ним, а остается в памяти человека, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно. Ему отвечает марсианин. Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто
кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества. И вот ему человек отвечает: вы, пожалуй, и правы, но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас имена вождей, мысли и дела – живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамени говорит больше, чем отвлеченный лозунг. И имена гениев не балласт для нашей памяти. Ему марсианин снова отвечает: это от того, что единое дело человечества для вас еще не единое дело. В иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Вот, то есть, ну, для меня, для Федора, ну, для меня и для Федорова, пожалуй, если бы он был жив и читал «Красную звезду», и тот, и другой были бы неправы. Потому что марсианин говорит, что вообще вот это бессмертие безлично. Просто вот это входит все наследием туда, в этот багаж, в этот ящик этого наследия. И вот оно оттуда достается, как наряды, как приданные используются. И имена не нужны. А этот говорит: да подожди, как же имена не нужны, а вожди, имена бессмертия вождей. А... Но ему эти вожди, и тоже сам, он бы их вождей не стал воскрешать. Ему вожди нужны как символы, как такие маяки. Он говорит: идея так не возбудит, как возбудит человек. В чем-то он, кстати, прав. Но штука в том, что и тому, и другому наплевать на мертвых. Ему наплевать на каждого мертвого, который стоит за его спиной и за спинами его товарищей. А каждый человек Федоров носит в себе музей. Носит его часто неосознанно, но чаще всего неосознанно, носит без воли к этому, носит как живой труп за ним волочиться. Это вот это весь музей его предков, вся история его рода. И все эти истории пересекаются друг с другом. Вот им плевать на этот музей, они не хотят его вернуть. Они хотят построить будущее без учета вот этого прошлого, не вытащив его из-за себя, не вырвав его у смерти, оставив его как есть. То есть, знаешь, как лечат зуб, когда, и как бы некоторые люди просят, говорят: вы мне бор машины не долбите зуб, и просто залакируйте, там замажьте цементиком, а вот не надо бор машины, вот так же, а потом это все гниет внутри. Вот эти хотят так же, они хотят просто решить проблему будущего, не решив проблему прошлого. А прошлое и будущее – это люди, это лица. Это каждый. Кровь льется там ради лучшего будущего. Но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. Главный вопрос капитализма позднего уже, да, сегодня, заключается в том, что капитализм пытается выдать себя за процесс, который отвечает за технический прогресс. То есть технический прогресс, желание людей и капиталистический способ производства оказываются неразрывно связанными. Мы не можем их расщепить. И научная фантастика, особенно коммунистическая научная фантастика, предлагает новую сборку соотношения желания, техники, прогресса и социального устройства. И, на мой взгляд, это чрезвычайно важный проект с этой точки зрения. Нам необходимо показать людям и обсудить, каким образом мы можем мыслить прогресс, мыслить науку вне капиталистических отношений. И «Красная звезда» Богданова – это один из хороших примеров подобного расщепления. Что касается теории научной фантастики, то вот под редакцией Парендера «Красные планеты» у него был такой сборник статей, там предлагалась идея о том, что мы должны рассматривать научную фантастику не как литературу, да, не как вот как раз буржуазный институт литературы, а мы должны ставить акцент именно на науке. То есть в словосочетании «научная фантастика» главное слово принадлежит именно науке. Это наука, которая раскрывает новые возможности нарратива, да, повествования и социального устройства. И, на мой взгляд, Богданов именно как ученый пересобрал вот эту сборку реализма, научности, да, его представления о науке и желания, да, потому что любовь там, то и отношения желания тоже играют значимую роль в этой работе.